Сначала на сцене появляется мышка-наружка. В соответствии с классическим сюжетом, она первая заселяется в пустой теремок. Практически сразу ее соседкой становится лягушка-квакушка. Следом за ней выпрыгивает зайка-побегайка. Всего в спектакле «Теремок» на новый лад задействованы 6 юных актеров. Некоторые из них особенные. Они воспринимают мир не так, как все. Поэтому для подстраховки вспомогательную роль вызвалась сыграть одна из мам, Людмила Купцова. Чтобы показать зрителям 15-минутную историю, они вместе репетировали почти целый год. Работа была кропотливая, чтобы это все собрать воедино, чтобы это смотрелось гармонично. Но, конечно, спасибо огромное Сергею Владимировичу за его терпение, за его понимание, за его профессионализм. Они, мне кажется, как только начали репетировать, они уже вжились в роли, теперь никак из нее не выйдут. Вы не представляете, какая от них исходит энергия, особенно от родителей, когда они видят результат. Собственно говоря, они с детьми занимаются, потому что репетиция, это же надо дома репетировать еще. Будем строить новый дом, а пока что мы споем. Договорившись строить новый, большой терем, герои спектакля спели песню про дорогу добра и сорвали бурные аплодисменты. Инклюзивный эксперимент первой скрипки можно назвать удачным. И не последним. Дети с особым взглядом на мир и их родители будут и дальше сотрудничать с театралами и тем самым развивать коммуникативные навыки и вносить новые краски в свою повседневную жизнь.